среду Светлой Седмицы божественную литургию в храме в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского возглавил наместник Николаугрешского монастыря в сослужении братья обители. Каждое посещение игуменом Варфоломеем Донского храма – особое событие для священника прихода Ирии Игоря и всей его общины. Всегда сердечно радуюсь, когда батюшка нас посещает, игумен Варфоломей, знаю его давно, и всегда вот от него такой свет исходит, радуешься, даже в дни строгого поста он всегда настолько вот светел, настолько искренние чувства к нему добрые. Вот поэтому просто праздник, настоящий праздник, всем праздником праздник. Христос воскресе! Удивительно благодатный и неповторимый по своей сердечной проникновенности пасхальное песнопение радостью отзывается в каждом верующем сердце. А молитва отца-наместника, совершаемая перед Святым Престолом, славящая имя Господа, наполнена благодатью Богу за его щедрые милости, изливающиеся на нас, земных и несовершенных. Святая Церковь призывает нам жить для Господа и в Господе, и тогда мы можем победить в себе греховное начало и сподобиться вечной жизни. От лица наших прихожан, от лица наших прихожан школы, подарить нам этот цветочек, который сделали дети. Дима, иди сюда. Прилетали. Спасибо, Господи. Поздравить вас от всей души с Крещением Христовым, вот, чтобы тут ликование, чтобы оно было еще отражалось внутренний, внешний свет и божественный, отражался внутренне на наших душах, на наших прихожанах, особенно на вас, потому что вы здесь тяжелый крест, нелегкий, простой. Вот, поэтому мы желаем помощи Божией. Молимся за вас всем миром. Христос воскресе! Одним из проявлений церковного торжества является совершение после каждой утренней службы во все дни Светлой Седмицы крестных ходов. Радостное настроение испытали все присутствующие в храме святого благоверного князя Дмитрия Донского и священнослужители, и прихожане. Ликуй и веселись, православная душа. Господь своей благодатью касается сердца верующего человека, наполняя его любовью, светом и вдохновением. Так традиционно сложилось, что в городских храмах я служу в пасхальные дни, рождественские и на дни престольных праздников. Это одни из самых благодатных дней, такие, когда особенно ощущаешь присутствие Господа, присутствие святых, ощущаешь особенно радость. Вот. И, конечно, когда видишь, какая еще здесь проводится большая пастырская деятельность, как люди с каким сердцем встречаются, с какой любовью, это, конечно, всегда такой большой заряд оставляют на много-много дней. С удовольствием пришли в храм вот с ребятками. Лиза сегодня у нас пела тут лучше всех, да, Лиза кричала прям. Христос воскресит, прям радостно, очень радостно. Воскресение Спасителя, светлые пасхальные дни переживается сердцем, которое наполнено живым чувством присутствия Иисуса Христа здесь, на земле, рядом с нами. Ведь Пасха – это утверждение нашей веры. И дай Бог, чтобы никакие внешние и внутренние обстоятельства не дали возможности проявить нам во всей полноте человеческую слабость и сомнение на пути, ведущим ко спасению. Христос воскресен!